Идет запись, не? Идет. Даже Ротан не хочет, друзья. Как и вчера. А Косач хорошо там покрикивает. Обалдеть. Не хочет дергать. Ну чё, 4 карася и вчерашний 5-й. Пожарим. Вкусно будет. Ничего страшного. Не последний день живем. Молоковоз поехал. Быстро летает молоковоз. Газон херачит под 80. Правильно делают, закупают молоко. Фасуют, продают. Делают сыр у нас. Масло делают. Так что фигово молоко вообще какое-то говняное, блин. Все сливки скачивают. Делают себе сметану. Добавляют порошок. Сметана вообще не настоящая, такая херня. Друзья, вообще херня. Масло вообще классное. Это плюс. Но молоко дорогое, блин, 55 рублей там стоит. Это вообще дорого, блин. За такое молоко, которое, блин, тоже с порошком или с водой, там непонятно. И, а вот сыр классный. Творожок, можно сказать, нормальный. Собирают все сливки, короче. Молоко можно дешевле делать. Они вот только, наверное, свои станки вот эти, которые, блин, пакеты делают, да пастеризуют, или как они там. Нет, не пастеризуют, оно цельное, наверное, молоко. Ну, не как цельное, просто залито в пакеты, все. Портится там через несколько дней. Вот, наверное, вот эти станки свои оббивают деньгу нафиг, возвращают. Поэтому такие цены большие, блин. Дорого-дорого это все. Я его вот пить даже не могу. Пьешь, блин, потом желудок болит. Херовое молоко. Очень даже. Очень даже херовое молоко. Пошло на удочку дергать. Ну это рота, наверное. Резко как-то тянет. Давай посмотрим. Ротан, карась бы уже утянул поплавок в сторону. Айда. А, ротан. Активизировался ротан. Видно, что дергает так. Ой, это что? Это я просто дернул спиннинг так. Ногой. Зацепил. Вот. Ну ничего.
сорвался с горки сюда, прибежал. Чуть-чуть взбодрился, блин. Кровь маленечко двигнулась. Ничего страшного. Посидим сколько посидим. Посидим. Сколько посидим? Так, а вот куда я прикормочку кидал? Вот сюда попробовать бабахнуть. Вот сюда где-нибудь. Может, карась тут стоит и точит. Так. Губой своей так. Ну а так, в принципе, никто ничего не хочет. Лапти мои. Проверить, сколько памяти у нас осталось на телефоне. Так, телефон, откроем память. Откроем память, да? Память. Так, в телефоне 689. А во флешке у нас всего места. О, да канал у нас почти пустая, ё-моё. А тут доступно 28 гигов. Ха-ха-ха, вообще классняк. Это же вообще четко, друзья. Так, я, наверное, сейчас все видосы выделю. Так, стоп, зайду в память. Я, наверное, сейчас все с телефона перемещу. Ой, на телефон перемещу. Вот так. Зайду в файлы. Чтоб мне, если она у меня флешка тупанет, она может у меня не показывать потом. Я, короче, это... вырезать все и это, как сказать, подформатировать ее можно будет. А короче, гиг 800 памяти, что-то не войдет, что-то не войдет, друзья, мне придется что-то удалять. Так, откроем память. Посмотрим. 478. О, кстати. На телефоне 470. На флешке. Так, сейчас мы откроем флешку. Память устройства, флешка, да? Все видео. Вот это надо нам. Так, стоп. Скрины, музыка. Нормально, чё? Пойдет, если что. 6.25. Че у нас Антоха? Спит, блин. Не ответил еще. Контакт ему написал. Так, сейчас мы перекинем, короче, вот сюда.
Оп. Чё за бред, блин, чё не ловится-то? У меня уже интернет, друзья, через 34 минутки исчезнет. Как-то так. Да. Блин, чё же? Взять, попробовать вот этот спиннинг, сходить вон туда, закинуть его на ту сторону, блин, может там чё будет подёргивать-то. Черви есть. Трава на червях есть. Ну, немного, но есть. Но это все фигня. Сейчас попробуем подойти туда. Вот. Так вот, можно маленечко по травушке постучать. Ага, комара сейчас поднимем, блин. Вот так, росу тоже собьем. Вон туда хочу попробовать кинуть. Вон туда. Карасишку посмотреть. Может, есть он там. Да не может он там есть. Просто может клевать не будет. Сейчас посмотрим. Может, будет. Какая поклевка. Дурная. Может, будет. А может, и не будет. Вода течет откуда-то. Прокопали, непонятно откуда она только. Но здесь мелко, друзья. О, через тину кинул. Сейчас вот так воткнем чуть-чуть его. Оденем колокольчик ему. Так. И посмотрим. Будет так, будет, не будет так, не будет. Сейчас я здесь ручей посмотрю. Откуда он текет, интересно. Странно, блин. Посмотреть зайти. Может, рыбка какая ходит в нем, не? Болотинка там какая-то есть. А, вот такая вот лужа. Сейчас здесь посмотрим. Ну, штаны у меня уже намокли, блин, колени. Мель. Лес какой гнилой, блядь. Наготов.